Тогда были. Ага, и знакомы с Чебеем лично, да, с нашими? Да, да, да. Мы после того были, мы с делегацией шли в Грозный, и тогда да, было у царя. Да. Тогда было возможности встретиться. Я был в делегации. А как вы считаете, вот нынешний избранный? Ну, в Листерство, в Грузии, член. Это приятный квазерзам, председатель организации. Как вы считаете, нынешние, вот то, что избрали, вы нашли, он тоже криминальный авторитет? Иванихин? Да. Я так не считаю. Я его не знаю, его биографию так, как можно знать. Но я знаю, что власти, друзья его, большинство криминальных, конечно. И его, и прошедшие тоже, Саакашвили, власти Саакашвили, они все криминали. После 91-92 года, переворота, путь к Грузии, власти пришли криминали. Московские, кремлевские. Большинство из них КГБшники, агентура Кремля, и Саакашвили. Один простой предмет, можно сказать, дядя Михаила Саакашвили, Аласания, генерал КГБ российской, Россия работает, должны знать, он работает по посольству где-то, как бы, Гайра работает. Гайра. 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 Гайра
за демократию, за свободу Грузии. А что он сделал своим, своей работой? Сделал российское дело. А, понятно. То есть Россия его руками сделала? Да, конечно, то, что свое дело российское. Правительство сделало. А кого интересовалась тогда война, которая началась в основу? 2008 года. Август 2008 года. Он сам начал войну. А сейчас разыскивает, мини начали, Россия начали. Не надо его разследовать, это дело не надо. Включите тогдашние телевидения, архивы у них есть. Он вышел 6 апреля 2008 года. И утром сказал, я дал приказ. Мы взяли, скинули. А вот 9 апреля уже по-другому начали. Августа. А потом по-другому начали разговаривать. Он дал Россию повод, потому что начал там войну. А потом Россию, как Грузия была членом СНГ, они сейчас в СНГ находятся. Не думайте, как будто СНГ развалится. Так, что да, мы так после и думаем. После 1991-1992 года, да, они вошли в СНГ. Угу. Криминальные власти вошли, вновь вернулись в СНГ. Да? Вы знаете, СНГ был наследником СССР. СССР, да. Они хотели до сегодняшнего дня, не стараются, возвратить СССР по-другому названию. Россия сделала свое дело. Плохо меня полицейцы... Нет, нормально, мы понимаем все. Русские дела. И сейчас тоже продолжается. Это тот, что тоже продолжает политику его политики. Никакого изменения нет. То есть вы считаете, что Иванишвили тоже будет поддерживать политику России? Конечно. Он прямо, он не гражданин Грузии. Вы понимаете этого? Вы знаете, что он гражданин Франции? Он не гражданин Грузии. Я не в курсе была, что он... У вас бывает такое, что... Человек не гражданин Азербайджана, будет первым человеком Азербайджана, это абсурд. Случается, потому что вы видите, на выборах он не имеет права участвовать на президентские выборы, да, потому что он не гражданин. А здесь как будто можно. Угу. Это абсурд, какая демократия может быть. Да, а еще одному момент надо отметить. Они сейчас собираются на президентские выборы. Да. А реально президентская власть вообще не существует. То есть она нелегитимная, да? Нет, не нелегитимная, я говорю. Их не конституция тоже сказала. Такие перемены сделали. Премьер имеет всякие права. Президент ничего. Саакашвили и так уходит. Они думают, как будто они сняли Саакашвили. Да. Саакашвили не имеет права никакого остаться. Ага. Не останется. Угу. Это следующий розыск, как было со случаем Севарнадзе. Севарнадзе ушел, оставил своего наследника, а сейчас Севарнадзе тоже оставляет своего другого наследника Иванишвили. Это русская карта, русская игра. Но не получится. Мы уверены, что Грузия вырвется в этой ситуации. Грузия основной Европы, цивилизованной культуры мира, потому что Звягинцева взяла официальные документы, тогдашние законные проекты, такой приняли, что никто никогда не может разрушить территорию целостность Грузии, государственность Грузии. Ага. Потому что он референдум тогда провел референдум, тогда принимали на этой референдуме принимали участие и Абхазии, и Сербии. Такой масштабный был, такой процесс был, что его разрушить никто не может. А после этого референдума целый мир, вся мир признал Грузию демократической и свободной страной. Мир и в Америку, и в Западу. Ни в коем случае не думайте, что мы ждем от них какой-то. Но факт есть факт. Мир. Признал Грузию 1991 года, 26 января. Декабря. США признал Грузию свободной, и он должен защитить это свое признание. Ага. Правда, на грузинской стороне, на нашей стороне, эти власти приходят, уходят, они не вечные. Рано и поздно, вы тоже знаете, 70 лет со лжи жили,
и пережили этот период. Переживем и это. Ничего страшного. Понятно. Мы желаем в Азербайджане свободной демократической власти, народной власти. Никакой власти никогда не спасет народа, если они там не выберут. Грузия всегда была. В 90-х годах вышли народ на выборы. А после этого, лишь бы прогнать сегодня, со злостью выходил народ. А сейчас лишь бы прогнать, а как или со злостью. Это да. Не выборы. Это как месть, да? Типа ты уйдешь. Так, понимаете, какое дело? Сегодня в Грузии около 75-80% живет нищие. Нищие живет. Такое государство живет нищие. Это официальная их статистика. 70% живет нищие. У нищие нельзя демократически власть. Это международные права человека. 50% меньше. Да. Ниже уровня. Да. Нельзя там демократические выборы произвести. Они все делают. Лишь бы они там сохранить власть. Они всегда хотят, всегда стараются быть власти, потому что если народная власть придет, они станут криминалами. Нет да. криминалов больше, чем переворот. Конечно. Это цивилизационный мир знает об этом. Они совершили криминальный переворот. Они признают этого со своей конституцией тоже. Говорят, что народная власть, законная власть будет на взглядах свободы. Если мы, тогда я тоже был членом Кубинаста, если мы законные, а кто они тогда? Мы передали его власть? Не передали. Народ передал? Не передали. Абхазия и Саакашвили власть, и сегодня власть, и Пустовольская власть, и Казахстанская власть, они все одни линии, все равные. Три президента. Появился в грузийской маленькой грузинской территории. А в законе, когда распал СССР, Азербайджан вышел со своей территории, Грузия вышла со своей территории. Мы знаем карабахские проблемы, мы знаем много проблем в Вашингтоне. Но там только ваши власти, ваши законы власти должны защищать. Мы знаем, что тогда тоже шел переговор насчет Карабаха. Об этом можно, наверное, долго разговаривать и многие факты привести. Но сегодня, да, ну, можно там. Мы уверены были, что тогда я смог договориться с себе и с Петросяном. Тогда двигалось это дело. Мы знали, что это дело с миром надо решиться. И уверен, что решится с миром. Там проблем много у вас тоже. Ну, что поделать, кавказские проблемы начинаются в Грузии, об этом надо согласиться. Да. Кто владеет Грузией, владеет Кавказ, это не наше слово, это известная фраза. И все стараются через Грузию владеть. Сегодня ты не Грузию приехал, сегодня ты Кавказе приехали, пришла Россия из Кавказа. И все это бесправие. Кавказы, кто после этого начала. Вы это, наверное, узнаете. Вы молодец, но все равно историю найдете там. Да, конечно. Народ, который вспомнит. И вперед в тебе есть период народного власти. Ну, хороший был в тебе и неплохой, об этом не идет разговор. Но он был выбран. Да. Понимаете, его нельзя было так. Но он сам тоже маленькие ошибки допустил. Наверное, не надо было его. Он отказался от власти. А звезд не отказался. Звезд боролся было до конца. То есть вы хотите сказать, что ЛЧБ должен бороться до конца? ЛЧБ я отказался, под конец, вы знаете. Он должен был. Он должен был. Он должен был. Он понимал, что он за Петросяна стояли Алиев, стояли Москва, и его не было столько опыта, сколько там Сахурди. Понимаете, там Сахурди вы тоже знаете, в таком... Мы, кстати, в России держали Ельцин, инаугурация, на своей инаугурации, Тамадой, вы знаете, Тамадой в Москве свято пригласил, 46 президентов там был. Единственный случай, когда Свят поехал в Москве, был тот случай. И он был Тамадой, а потом тебе и Казбек, Свят Сосокопия, Ельцина, заставил приехать в Казбек и соглашение. Территориальную целостность, признание, Ельцин тоже подписали этот документ. А они сегодня это продали. Но это потому незаконно это было. Потому они пришли с кровью. Думаю, все говорят, что без крови не пойдут. Пройдут, пойдут они без крови. Как миленькие так пройдут.
28 мая, День независимости в Азербайджане. Что вы можете пожелать нашему народу? Я то же самое, то, что говорил. Счастье. Единственное, что нас поддерживает, это Бог. Дай Бог вам счастье, дай Бог вам здоровье. И народ Азербайджана, люди всегда видели, жили дружно. И думаю, что так будет продолжаться. Никто не может. И ничего не может этого разрешить. Это враг не то, кто не верующий. Кто верующий. Враг тот, кто не верующий. С верами развлечения нельзя сделать. Мы уверены, что рано и поздно друзья Азербайджан поставит за Кавказ. И об этом даже надо, наверное, сказать, что все Кавказ на этой двух республик должен присматривать. Это самые большие, потому что большие республики не только по территории, по геополитически. Потому что даже знаете, что Турция, член НАТО, Запад, дорога с Запада тоже открыта. Понимаете, я не в том смысле, как в СССР были, будет НАТО, нет. Самоопределение. Право народа нации, народа и нации. Желаю вашей нации процветать и доброго всего сегодня. Спасибо большое. Спасибо вас с праздником всех. Можно... Еще один можем сказать. Зажим Гугушвили, вы помните, наверное. Это был премьер-министр. Да. Он сейчас находится в Ирландии. Он член нашей партии. Да. У нас есть министерство. А на ее кабинете сейчас тоже написано Бессарион Паатович Гугушвили. Ага. Это Паата Гугушвили был академиком. Да. Он был премьер-министр тоже. Его в кабинете сейчас тоже написано. В Ирландии. Премьер-министр Грузии. Да. Безерстве. ЕУС, ЕУС признание. Значит, Европейского Союза. Ага. Все его признают законный власть Грузии в Безерстве. Понятно. Можно будет вот то, что вы мне написали, да, чтобы мы опубликовали. А вас тоже можно.